Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в Tower Conquest. И начнем с тренировки. Да, мои бойцы там тренировались целую неделю, грубо говоря. Да шучу я, конечно. 12 часов, по-моему, максимальное, да, или 24 часа, но это не важно. Главное, что они потренировались и чувствуют себя великолепно. Так, забираем здесь гем один. Да, в прошлой серии немножко ребят тупанул. Действительно, можно было бы энергию получить за просмотр рекламы, а я зачем-то потратил гемы. Ну, поспешил. Ничего страшного. Так, ну что, давайте, наверное, зайдем на арену, посмотрим. Нам достается 24 карточки на мага и сундучок. А в сундучке интересно, что будет. Ага, смотрите, ребята, 17 карточек на жабу с пушкой и 15 карточек на толкателя. Плюс почти 21 тысяча бабла. Ну что, давайте быстренько с вами пробежимся, да, чтобы у нас отсчет времени шел. 61 уровень здесь, я смотрю, это максимальный. Хе, Дед Мороз. Ну что, я думаю, ребят, здесь вполне справится даже моя липовая команда. Вот это, да, 98 уровня. Почти уже, ребята, топчик. У нас, кстати, наверное, либо сегодня, либо в следующей серии будет 99 уже уровень. И я хотел бы посмотреть. Многие писали, что у кого-то на 100 уровне портала игра завершается. Я хочу, ребят, сегодня пройти этот 100 уровень и посмотреть, действительно ли конец. Или будет все-таки 101. Мы же как бы с вами не проверяли. Там что написано, это одно. А как оно будет на самом деле, это совсем, ребят, другое. Поэтому надо все это посмотреть. Так, БФГ, она даже урона не наносит, ты прикинь. Нет, наносит, но там такой маленький-маленький урончик. Так, оу, да мы даже паладина легко с вами разбираем. Хорош ты, что ты делаешь-то, а, база? Так, смотри-ка, она свои корни, ребята, запустила. Ну, конечно, тут все будет легко и просто. Смотрите, разница в 30 уровней, да, и как все легко идет. Господи, разбомбили. Ну что же, ребят, естественно, будет первое место. Никто здесь пока меня не переплюнет. И мы с вами... Да, ребят, вот смотрите, кстати, 98 уровень, остается совсем маленечко. И я хочу проапать. Давайте, наверное, базу все-таки попробуем, да? Так, 90 уровень. 90 уровень, то есть еще 8 уровней и все. И она будет по фулочке. Замечательно. Ну что же, а мы с вами переходим. Можно попробовать ежедневные испытания. А что у нас тут? Ой, тыквоголовый. Не, ребят, я не пойду за тыквоголовым, потому что вы знаете прекрасно, он у меня прокачанный полностью на 5 звезд, так что нет смысла здесь драться. Так, а у нас с вами 101. Вот, ребята, мы в данный момент находимся на 100 портале. Вот хочу попробовать пройти. Не знаю, успеем мы сегодня или нет за серию. Но если будет 101, то я могу сказать точно, Tower Conquest будет продолжать сниматься. И будем дальше, ребята. Я не знаю, там предел, может, 999 портал максимальный. Нам тут до посинения тогда сидеть. Ну что, против нас есть и 100 уровень, да, и 99. И здесь, причем, Ронин. Угу. Начинается с Ронина, да? Даже не начинается, а продолжается. Потому что это последний, ребята, этапчик. У нас здесь богиня солнца. И нам нужно ее как можно быстрее забомбить. Ну что же, будем, наверное, с вами вот этим вот отрядом пытаться. Ниндзя, конечно же, очень-очень здесь хитра. Она очень прокачана здесь сильно, да. Причем у нее там, по-моему, 99 уровень. Ну что же, давай начнем с классики. Начнем с классики с вами. Че, Ронина не будет сегодня, что ли? Такого быть не может, ребята. Нет, вот он выполз потихонечку. Это хорошо, что он потихонечку выполз на самом-то деле. Ух! Молодец, молотильщик, ты круто сделал. Ты выпустил свою пилу как раз вовремя. Ну что, есть шанс, ребята, у нас, наверное, накопить. Ага, ты посмотри. Не смог, ребята, он подбить сразу же. Так, тихо, тихо, тихо. Ниндзя тут еще вышла. Так, ребят, давайте попробуем, наверное, с помощью ульты. Отлично, шикарно. Ну и теперь я собираюсь, естественно, призвать ведьму. Ой, ведьму. Конечно же, ребята, нашу друидку. Он тоже призвал. Он тоже призвал. Так, своего босса. Сейчас, наверное, быстро тут, ребята, нас расчекрыжат. Я еще и ульту потратил. Ну, мне пришлось это сделать, на самом деле. Так, давай попробуем всадника на журавле. Главное, чтобы друидку не завалили. И она ставила тотемы как можно чаще. Давай, 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 давай. Эй! Ронин, хорош, успокойся. Ох, ребята, ураганчик как раз вовремя. И богиня солнца падает. Все. За карточку, конечно, спасибо отдельное. Ну, все, ребята, да дальше хоть ты тут пукай, хоть ты что делай, ничего у тебя не получится. Не получится у тебя ничего, все, друидка идет, как говорится, к твоей базе, сейчас мы ее расклепаем. Чтоб ты тут уже кого не вызывал бы,
тебе уже ничего не поможет. Причем у нас здесь тотем на отхил стоит рядышком. Хе-хей. Давай, можно ульту, ребят, применить. Главное, чтобы тигр не сработал. А он сработал. Ладно, это все мелочи жизни, ребят. Давай, 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 давай. Расчекрыживаем базу. И будем переходить на следующий, ребят, с вами участок. Ну, последний удар, есть. Ну, согласитесь, ничего сложного здесь не было. Когда есть кем играть, все идет на изи. Так, ну что, нам достается 12 карточек на богиню солнца, храмовый пес 9 карточек и 12 тысяч голды. Ну а мы с вами переходим на долину подданных. Слушай, по идее, при хорошем раскладе мы должны с вами дойти до портала. Ну, как видим, здесь у нас идет фехтовальщик, здесь идет рыцарь. И я думаю, что имбу тратить я не буду, а вот этих вот нет. Не-не-не-не-не-не-не, секунду. У нас обычно вот этот вот идет, да? Щитобот прикрывается, естественно, молотильщиком, потому что здесь фехтовальщик, а он быстро очень выходит. Поэтому нам нужно его контролировать. Погнали. Ну. Да, он начал немножко по-другому, ребята. Обычно фехтовальщик всегда первым выходит у них. Но здесь он почему-то сменил тактику. И зря, наверное, да? Молотильщик вообще сегодня имбово работает. Выпускает свою пилу. И это мне очень нравится, ребят. Очень нравится. Так, еще и станет. Классно, классно работает. Ничего не могу сказать против. Молодцы, просто красавчики. Так, ну что, можно, в принципе, ребят, призвать всадника на журавле. И все. И тут мы пройдем с вами. Потому что у них нет юнитов, которые могут подбивать воздушные цели. А наш, как говорится, всадник на журавле просто спокойненько разбомбит базу. Так, за карточку на башню отдельное спасибо. Ну что же, переходим с вами на второй этап. И здесь, наверное, копейщица, да, ребята? И это стандартная колодочка, я понял. И здесь, по-моему, у них будет король-босс. Ну, вы знаете, что король-босс, да? Если мы возьмем пару летающих юнитов, это все, это кирдык ему. Да ладно тебе, фехтовальщик, хорош, успокойся. Ну, ну что ты, ну что ты там делаешь-то, а? Ну отдохни, расслабься. В самом-то деле, напрёгся аж, бедняга. С саблей плюс с ножом. Что за фехтовальщик-то такой странный на самом-то деле, а, ребят? Фехтовальщик, по идее, должен ходить с чем? Ну с рапирой там, да, на худой конец. Ну никак не с саблей и с кинжалом. Так, погоди-ка. Такой расклад меня не устраивает совсем. Ну... Да ладно тебе. Выеживается еще, а? Ты посмотри. Давай вызовем паладина. Для пущей защиты. Может быть, щит на кого-нибудь повесим, а? Или он нам не пригодится, ребят? Наверное, не пригодится. Все, мы зажали их здесь возле стеночки. И кто бы тут ни выходил, будем расчекрыживать. Ну и все. Базу расписали. Как по написанному. Ладно, ребята, двигаемся с вами. Третья миссия у нас. Так, лучница. Слушай, ну здесь немножко похуже будет дело обстоять. И мы можем... А давай попробуем вот этот. Давай попробуем это, этим отрядом с вами сыграть. Я, конечно, не говорю, что он у меня имбовый. Но его нужно все-таки, ребята, применять в боях. Надо привыкать к нему. Единственное, что, конечно, фехтовальщик. Так, подожди, начал он с этого, с рыцаря, да? Ну что, жаба с молотом, давай посмотрим, как ты будешь себя вести здесь. И нужно срочно, ребята, ниндзю. Давай попробуем вот ниндзя. Слушай, ну, очень круто ниндзя, ребята, разбирает. Но жаба, конечно, ребята, с молотом пасует. Смотрите, что происходит. Так, расчекрыжили, да? Хорошо, вызовем... А давай вот так вот применим. А? Замечательно. Так, тут еще, ребята, и колобки подтянулись. Ой, вообще замечательно. Все. У них, по-моему, ни одного шанса не будет. Даже если еще выйдет, ребята, лучник. Станет. Так, колобки, давайте, 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 быстрее. Опа. Минусанули. Ускорение еще. Ну все, родные, вы приплыли. Так, карточка фехтовальщика, подожди-ка, она мне нужна. Фехтовальщик мне еще не прокачан по полной программе, так что... Так что все, хана ему. Да, ребята. Ну, а мы с вами продвигаемся далее. И у нас предпоследний этап. Тут у нас... Опа. Ага. Разбойник. Так, что у нас, ребята, против разбойника есть? Ну, в принципе, вот эта вот команда должна неплохо себя, да, проявить. А почему именно она? Ну, смотрите, ребята, у нас здесь есть самурай, у нас есть мечник. Хоть каким-то образом мы можем его законтролировать. Несмотря на то, что у него, конечно, колоссальный дамаг. А вот он и вышел по пулус. Так, я надеюсь, что самурай у меня выдержит испытание кинжалами. Но... Раз. Главное, чтобы он упал, ребят, в истерику. Два.
Нет, не падает он в истерику, но мы все равно справляемся. Кстати, тыквоголовый, давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребят, подожди. Корни, корни, где мои корни, блин? Давай вот так вот применим. Интересно, разбойник пройдет через корни? Да, он проходит также в невидимости, но он проявился. Понятно. То есть в инвизе он определенное количество времени находится. Да, как только это время истекает, он проявляется. Нормуль. Так, погоди-ка секунду. Так, давай я вызову, наверное, сюда, ребята, тигра. Ай, как хорошо, ребята, мы разбираем. Вот о чем я вам и говорил. Он поджигает землю у нас, тыквоголовый. И это классно. Если вражина находится на огне, соответственно, он получает урон дополнительный. Помимо того, что ему еще тыква в голову улетит, да? Так он еще и подгорает. И все, ребята, что? Сами видите результат. Базу сейчас быстренько мы здесь распишем. Хотя не стоит забывать про разбойника. Он может успеть выйти. Но я его что-то здесь не замечаю. Он, наверное, не успевает ничего сделать. Вот он. Проявился. Ну, самурай его, конечно. Даже тут не самурай, мы просто быстрее базу ему забомбили. Он там начал что-то чекрыжить, но ничего. Ну что, смотрим, король или кто? Да, ребята, король. А король-то голый, и против него нам нужны летающие юниты. Летающие. Вот, например, вот эта колода. А почему бы и нет? Джаггернаут силен? Силен. Ну, голем. Да, голема, ребят, мы давно с вами хотели заменить на терракошу. Но, как вы знаете, терракоша у меня не прокачан, поэтому нет пока смысла. Пускай уж будет пока голем находиться в нашем отряде. Как только мы его прокачаем, терракошу, естественно, сразу же заменим. Так, секунду. Секунду. Я думаю, что начнем, наверное, с баллисты, да? Попробуем, ребят. И, конечно, надо это все дело прикрыть джиггернаутом, обязательно джиггернаутом, ребят. Потому что баллиста сам по себе слабенький. Ну, я не вижу, ребята, у него разбойник должен, по идее, выйти. Но что-то я его не наблюдаю, если честно. Можем жнеца с вами позвать. Да, наверное, пора жнеца здесь призывать, ребята. Хватит на них любоваться здесь. Он сейчас тоже, кстати, короля призовет. Поэтому нам нужно как можно быстрее, наверное, вызвать грифона. Фаербол. Бенч. А вы заметили, что когда разбойник в инвизе, фаербол на него не действует? Так, тихо, а вот, вот и король, ребята. Да, он, конечно, может убить с одного удара моего жнеца, если попадет. Если попадет, еще раз повторю. Так. И... нет, ребят, не успел он. Он не успел, но лучница, смотри, что делает. Потихоньку разбирает. Нет, она сейчас переключилась на голема, и все. Тогда ей хана. Ну что, ребята, две баллисты сзади. Как видите, это хорошая поддержка для нашего отряда. И все, базу мы сейчас распишем. Очень много дали карточек на лучницу, но она у нас прокачанная, так что... никакого толка от этого нету. А вот реворд я хочу глянуть. За сундук подданных нам дают что? Так, 11 карточек короля, 10 карточек фитовальщика и 12 тысяч голды. Ну а мы с вами переходим на фабрику роботов. Сразу же, ребят, смотрим. БФГшка соточка, да? И щитобот тоже соточка. БФГ и щитобот. Это, конечно, отряд довольно сильный на самом деле. Особенно БФГха. Да, если она будет применять массовую свою атаку, вот это вот через все поле, то молотильщик, конечно, будет тут у нас погибать. Но у нас есть всадник на журавле, который может контролировать его. Хотя он и воздушные цели подбивает. Я именно про БФГ говорю. Смотрите, ребят, что у нас тут будет происходить. Давай посмотрим, все ли получится, как я задумал, или же нет. Ну, в данный момент молотильщика убили уже. Вот, видели, выпускает он этот луч противный. Ёпарасоте, по-моему, ребята, сейчас кого-то у меня... Да, давай-ка мы применим ульту. Хватит на них любоваться здесь. Всех рядышком положили. Так, можно вызвать, наверное, нам паладина, ребят. Паладин довольно крепкий. Еще есть возможность повесить щиты дополнительные, да? На защиту моих юнитов. Но, правда, он должен стоять именно рядышком, да? Он почему-то не может, по-моему, ребят, издалека вешать. Он должен стоять вот в гуще событий. Только тогда будет все это срабатывать. Так, все, я уже хотел было применить ураганчик, но мы быстрее разбомбили ему базеночку. Ну что ж, второй этапчик, и давайте смотреть, ребята. Здесь прибавляется еще и молотильщик ко всему прочему. То есть уже двойная угроза. У нас была до этого БФГ, да? Угроза, потому что бомбит своей ультой. А теперь еще и молотильщик со своей пилорамой. Тоже ульта. Ну, не знаю, с какой периодичностью будет у него срабатывать это все дело. Так, погоди. Я не успел немножко сконцентрироваться. Да, господи, ну... хоть бы застанили. Вот, ребята, и БФГ выползла.
Можем... Блин, подбили. Давай, наверное, вызовем с вами паладина. Ну, вы видите, да? Ульта довольно часто срабатывает. Так, ну тут, скорее всего, у нас, наверное, ребят распишут, я боюсь. Я боюсь, конечно, об этом думать, но, скорее всего, так оно и будет. Ульта, естественно, применяем. БФГ очень слабые. К ульте, вы увидели, да, разбираются практически моментально. В принципе, для этого она и применялась на данный момент. Главное, чтобы пила не срабатывала от молотильщика, от вражеского. И все у нас будет тут тип-топ. Так, ну что, ураганчик. Самое то, что нужно для нас. Я вызову еще одного паладина для подстраховки. Так, всадник на журавле у нас отхиливается. Ай, вот и сработала как раз пила вражеская от молотильщика. Ну, господи, ну что, там осталось совсем чуть-чуть. Что опять за выкрутаться-то? Кто там? Да там, естественно, ребята, он вызывает этого щитобота, и он начинает нас задерживать. Но на ускорении, да, конечно же. На ускорении мы проходим вообще быстренько все и легко. Третий этапчик. Бомбер. Ребят, ну здесь нормуль, здесь бомбер. Ну, конечно, если он будет попадать, например, по некро или по ниндзи, то это фиаско. Давай, наверное, давай попробуем. Давай попробуем этим отрядом. Я думаю, что мы должны здесь с вами справиться. Вот здесь нет молотильщика, да? Здесь нету таких юнитов, которые бы могли... Ну, бомбер, единственное, что бомбер летает, да, будет как заноза в одном месте. Но я думаю, что тыквоголовые, естественно, их подбить сразу не смогут. Даже если не будут попадать. Ага, неплохая комбинация довольно-таки получилась, смотрите. Бомбер, да, выходит... Да что ж ты, по каждому попал, а? И теперь, наверное, вызываем тыквоголового. Так, корни выпустим. Выпускаем, ребят, с вами корни. Пэйш. Так, подожди, надо БФГ, ребят, разбомбить. Ах, ульта сработала у БФГшки, естественно, мой тыквоголовый там отдуплился. Слушай, можно вызвать деда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, что, ребят, происходит. Вот об этом я вам и говорил. Если сейчас душа у тигра сработает, это будет круто. Но она не сработала. Ну, дед, давай, звездани хорошенько. Ать, по БФГ-то промахнулись. Давай вот так вот попробуем. Застанили, да, БФГ-ху? Ее и подбили сразу же. Ну. Так, минусанули, замечательно. Ну что же, тогда я скажу вам одно, ребята. Шансы и есть. На довольно неплохое прохождение. Так, у деда очень мало, ребят, здоровья. Очень. Его уже подбили, к сожалению. Так, рубим. Я еще раз, ребята, вызываю нашего тыквоголового. И сейчас выпустим, наверное, с вами корни, судя по всему. Вот корни выпускаем, да, кто-то говорил, что он на бомбера срабатывает. А смысл, ребята, если бомбер у нас летающий юнит, неужели корни срабатывают и на него? Он же летающий юнит. Они же, по идее, на наземных только работают. Странно. Ну, все, хана базе, ребят. Да должна быть базе ханарики приснится. Ну, да что же вы... Что вы так... Да, сейчас опять тыквоголового, да, подобьют? Ну, естественно, естественно, кто бы сомневался. Ты посмотри, какие у них крепкие щитоботы, а. Только полюбуйся. Очень крепкие, на самом деле. Но это его не спасло. Все равно базу мы разбомбили. Так, и переходим на предпоследний этап. Здесь открывается хилбот у него. Слушай, ну здесь, наверное, мы с вами подключаем, ребята, имбу. Мы знаем, что такое хилбот. Да? А особенно если впереди щитобот. Тут лучше все делать быстренько. Естественно, прыгун нам здесь в помощь. Кстати, и с боссом, наверное, тоже. Кто у них будет босс? Боюсь, здесь будет термин, наверное. Да? Ладно, посмотрим, кто там будет. Термин, не термин, в любом случае нам нужно разбирать. Так, тихо, тихо, родные, куда вы собрались-то? Сейчас вас встретит мой маг-воин. Быстренько их разберет. Так, Ронин. Ну, Ронин сегодня, ребята, кофе, к сожалению, не попил. Сегодня он на чаечке сидит у нас, как вы видите. Иди ты там уже, навострил свои эти пушки отхиливающие. Давай ульту. Так, вау-вау-вау-вау, все. Я чувствую, ребят, тут в базе кранты. Ничего уже не поможет им. Просто разрубилово начинается, смотри. Ха. Замечательно. Ну что же, а теперь остается посмотреть, кто здесь будет босс. И, ой, ватный, здорово, давно не виделся с тобой, ватник. Так, ну тогда мы, не, ребят, наверное, имбу тратить не будем здесь, да? Я думаю, для ватника сгодится любой отряд, ну такой, более-менее. И вот этот вот у нас как раз пойдет.
Не будем здесь критовать, да? У нас здесь есть с вами кто? Ну, жнец. Довольно неплохой дамагер. Но самое главное, что есть грифон. Будь потихонечку колупать его, и все будет у нас тип-топ. Так, вот, вот, ребята, стандартная имба. У них практически одинаковая скорость, да? Щитобот идет, естественно, его прикрывает хилбот. И причем на одинаковой практически скорости. Это, конечно, круто. Но я думаю, что если я вызову сейчас... А мы вот так вот еще сделаем. Да! Блин, БФГ там ползет. Вот больше всего раздражает меня здесь БФГ, ребят. Нет, хилбот, наверное, все-таки больше раздражает. Они меня оба раздражают. Давайте так, на чистоту. На чистоту. Так, вот это вот, вот это уже плохо. Когда здесь очень много БФГшек, тут еще и хилбот. Давайте хотя бы хоть кого-нибудь зачекрыжим. Так, хилбот упал. Фаербол, ребята, от меня летит. Тыдыч! Воу! Квест завершен. Защита — лучшее нападение. Да кто бы сомневался. Так, жнец нам здесь понадобится. Вот что я могу сказать. Потому что этот паразит уже идет. И нам нужно его как можно быстрее. Ребята, оп. Нет, жнец, я думал, ты будешь... Я думал, ты будешь посильнее дамажить. Если честно, подходит, ребята, он. Он подходит. Эй, грифа. Так, фаербол, ребята, мне может помочь здесь. На. Так, ну отсчет-то сейчас все равно пойдет времени. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Заряжает, ребята. Заряжает он свой отсчет. Нет-н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 ет. Родной, успокойся. Фух, успел, я успел. А то уже разогнался, я смотрю там. Так, что там, у меня жнец до сих пор еще орудует. Еще живой даже. Наплодил такую армию здесь. Ну это круто. Ну что, разбираем, я думаю, да? Бомбер нам выпадает. Так, фаербол в довесок бросаю. И все, ребята, я думаю, что базе приснился кирдык. Отлично. Ну, согласитесь, здесь быстро мы прошли. Вот если бы был бы термин 9000, тут бы все намного хуже было бы. Так, 13 карточек нам именно на ядер бота, ракетный бот и 12 тысяч голды. Так, сколько нам еще там? О, ребята, а я могу сказать вам одно. У нас остается всего две локации. Это нежить и захватчики. Ну, что же. Нежить так нежить. Давайте смотреть. Давайте смотреть. Что у нас получится здесь? Ну, на первых этапах, естественно, все легко и быстро. Да, тихо. Тихо, ты куда идешь-то, родной? Куда ты собрался-то? Давай, нежить на нежить. Так, а вот это вот, вот это уже, ребята, хуже. Это намного хуже, сейчас будет взрыв. Нанесет урон, да? Нет, не успел. Фух, если бы чуть-чуть бы ближе бы подошел бы, база бы получила урон. Соответственно, пришлось бы нам, ребята, здесь сливаться. Но все равно массовые атаки — это очень бубо. Смотри, куда ты там пошел? Уже разошелся слишком далеко, парнишка. Ну, фаербол. Да, именно так. Именно так все и должно быть. Можно, ребят, немножко ускориться здесь. Потому что, ну, сами понимаете, что все, уже здесь хана ему. Ничего не поможет. За карточку на зомби отдельное спасибо. И за дядюшку в 500 монет тоже спасибо. Ну что же, второй этапчик, смотрим, кто здесь. Ага, когтистый открывается. Когтистый. Да, в принципе, ребят, когтистый, не когтистый, нам какая разница. У нас есть с вами дальнобойное оружие, да, это баллиста. Поэтому когтистый здесь ничего не сможет сделать. Единственное, что он может нам чекрыжить нашего грифу. Но я этого не позволю, естественно, не позволю. Так, тихо. Давай, наверное, джиггернаута вызовем. По-быстренькому. По-быстренькому. Давай, с вертушки ему. Отлично. Так, вот, ребята, и когтистый подошел. Сейчас будет наносить массовые атаки. Поэтому я хочу призвать... Ну да, в принципе, баллисту сейчас позовем, и все будет у нас тип-топчик. Джаггер, отдохнуть решил, прилег. На тебе. Так, давай. А, когтистая чувырла вышла. Давай, о, ураганчик. То, что нужно. Вот так вот. Ну... Взрывается, гаденыш. Ну что, вызываем, ребята, грифона здесь. Да, в принципе, и все. Все, победа уже будет здесь за нами. Я не понял, ты как сюда попал? Ты как сюда попал? Скажи-ка мне, вот видели, что он сделал? Ребята, зомби разбомбил в данный момент мне моего баллисту. Как он там появился, я что-то, честно говоря, не понял. Как он вообще смог там пройти? Когда здесь у меня ребята орудовали. Странно. Просмотрел я этот момент, конечно. Ну ладно, все равно победа, ребят, за нами. Ну что же, а здесь у нас банши. Так, ну что, этот отряд придется опять же реализовывать.
Так, еще локация с захватчиками, да, у нас там останется. Ну, не знаю, вроде бы как энергии пока хватает. Думаю, мы этот портал с вами все-таки должны осилить. Я имею в виду сотый. Перейти на 101, если он будет таковым. Так, ну что, погнал Джаггернаут. И давайте, наверное, уже сразу же на горяченьку вызывать. Ну, баллиста, давай. Ну, копись энергии быстрее. Видишь, там уже банши ползет. Сейчас будет орать, истерить. Так, надо прикрыть, ребята. Надо прикрыть нам наших бойцов фаербольчиком вот так вот, хоп. Замечательно, шикарно. Хочется, ребят, конечно же, призвать мне очень сильно жнеца. Опа, я теперь понял, ребята. Погоди-ка, а что, получается, у меня Джаггернаут, если не отхилился, он превращается автоматически в зомби? Вот теперь я понял, откуда там появился рядышком с баллистой зомбарь, которого и рядом там не было, в принципе. Он просто перевоплотился после своей смерти. Хотя, когда у нас Джаггернаут лежит и отдыхает, он же вроде восстанавливает себе здоровье, а не помирает. Хм. Странно. Ладно, хорошо. Об этом мы потом с вами подумаем. Как такое могло получиться? Ну что, переходим на предпоследний этап. Интересно, кто у них здесь босс будет, а? Кто? Ведьма? Нет? Так, подождите, ребята, у меня что, на отрядах энергия закончилась? О-оу. Так, это печально на самом деле. Тут прыгун еще не забываем. Так, погоди-ка, ребят, с прыгуном уж шутки плохи, поэтому давайте брать имбу. Будем контролировать прыгуна. Прыгун это как Иронин, особенно если в истерике прыгнет, да, начнет наносить колоссальный урон. И для этого нам пригодится маг-воин. Ну, мы можем с вами сделать немножко по-другому. Вызвать, например, Ронина. Воу-воу-воу-воу, сейчас... Нет, ребят, не успел. Слушай, вот сейчас вот повезло нам очень сильно, потому что он бы мог перепрыгнуть, впасть в истерику, и пока бы я сейчас призвал бы еще своего юнита одного, да, уже бы нанес повреждение по базе. Вот что я тебе могу сказать. Так, где там прыгун? Я знаю, что он будет сейчас их вызывать одного за другим. Ульта у нас есть, да, на худой конец. На худой, ребят, конец у нас есть ульта. Вот, ребят, вот истерика и сработала. Вот этого я и боялся. Конечно, хорошо, что у нас вышел рыцарь-маг, который все это дело у нас исправил по-бренькому. Ну, жик, отлично. Так, погоди, вот сейчас тоже плохо, ребята. Без истерики, опять же нам повезло. Успеем вызывать. И все отлично, да? Давай мы тоже, ребят, призываем прыгуна, наверное, здесь. Хотя нам и не пригодилось это все. Ну, в любом случае, прыгун бы забомбил. Ну что, кто здесь босс? Жнец, ребята, не ведьма, но жнец. Угу. Прыгун. Так, что будем здесь с вами придумывать? Давайте-ка подумаем. Наверное, придется имбу брать. Оставлять именно ее. Да. Ведьма против жнеца. Не забываем, ребята, у ведьмы не такой сильный дамаг. Тоже она призывает нежить. Главное, что она держится подаль. Если жнец, он ближник, то есть ему нужно подходить вплотную, да, то ведьма бьет, конечно же, на расстоянии. В этом есть ее большой-большой плюс. Ну и не забываем, что у нас также есть, ребят, прыгун, который может очень-очень хорошо навредить. И ульта, естественно, ребята, у нас ульта довольно отличная. Так, погоди, что-то мне не нравится, ребят. Что-то оно тут станет чересчур часто. Но, нормуль. Так, вот это плохо, ребята. Вышел прыгунок. Так, он сейчас будет прыгать, естественно, ребята. Оп! Но без истерики. И это шикарно. Ладно, ребят, пора вызывать нам ведьму. Все, хорош, налюбовался. Насмотрелся я на них. Пошла ведьма. И он сразу же моментально вызывает жнеца. Ну, где моя ульта? Погнали. Раз, два. Че-то я не понял. А че так мало-то по жнецу-то? Воу. Ничего себе, ведьма его. Вот это вжарила она, кстати, я хочу сказать. Да, жнец, ребята, вата. Если ведьма, ну, если по нам... Хотя, я не знаю, он не наносил же удар, да, ведьме? Ну, вы сами видели, да, два удара и все, и жнец отдуплился. То есть, все отлично у нас получилось. Ну что, друзья, мы с вами переходим на последнюю локацию, да. Это захватчики у нас будут. Но вначале посмотрим, что нам выпадет здесь. Так, банши, зомби и 9 карточек на деда. 101 портал. Интересно, будет или нет? Или также будет сотый. Так, ну что, здесь пока все легко. Здесь у нас кто? Страж и слизень. Ну как легко? Относительно, ребят, легко. Хотя они... Нет, у нас страж сотого уровня. Давай вот этот отряд возьмем. Пока здесь есть энергии, куча.
Будем играть за него. Я не знаю, правда, кто здесь осмелится стража завалить, если честно. Нет у нас здесь дамагеров с вами. Больших таких, мощных. А страж, вы сами знаете, сотого уровня, лютой парень. Как не знаю кто. Можно, в принципе, попробовать тигром. Слушай, тигром давай попробуем. Посмотрим, ребят, по дамагу. Сколько тигр наносит, да? Ну, давай. Практически, ребята, одинаково. Вот то, что вот этот вот подшнырик вышел не вовремя. Это да. О-хо-хо-хо-хо-хо. Отлично. Хорошо, что сработала ульта, да, у нашего тигра. Это повезло, потому что тот хламон мог бы бомбить, бомбить до посинения. Хотя это ничего не меняет, он также может здесь... Но здесь уже, возле базы, ребята, мы будем его разбирать. Потому что он будет получать урон. Все равно, как ни крути. Минус. Ураганчик к нам прибыл. Все, ребята, все идет как нужно. Мне вот этот чувак добивает, который тигра сзади за хвост держит. Типа, не надо, да? Не надо, тигр, не надо, типа, отойди. Придерживает там его. Ну что, неплохо, ребят. Первая миссия прошла у нас довольно хорошо. Хищнец тут будет. Угу. Так, это плохо. Это, ребята, очень плохо. Неужели нам придется вот здесь вот потратиться, а? Блин, самое вот обидно, что хищница, я не знаю, чем, ребят, контрить. Вот, нет, я знаю, но у нас нет таких отрядов, которые могли бы молниеносно на это реагировать. Вот, например, в данный момент, вот кто? Ронин. Тихо, тихо, успеем ли мы с вами Ронина-то? Успел, отлично. Фух, четенько, пока все хорошо, но не стоит забывать, что он опять же может его призвать. Вот он его и призвал. Сейчас он так и будет, по-моему, да, если не ошибаюсь, вызывать именно этих хищнецов. Сейчас еще, по-моему, выйдет, да, хищнец? Ну-ну-ну-ну-ну-ну, я понял тебя, парень. На! Я вспомнил этих бойцов, где он меня одними хищнецами хотел законтрить, но не тут-то было. Здесь еще прибавляется у нас ушастый пришелец. Хм, ушастый пришелец, да? Ну что, будем, наверное... Блин, на колобках отыгрываться, не знаю, это как-то не вариант, ребят, если честно. На колобках. Да и этот отряд на самом деле. Ну, вы сами видели, что может делать страж. Фиг ты его так возьмешь. Не пробить его просто-напросто. И я не удивлюсь, если здесь на следующем этапе появится улитка. Все помнят, да, эту комбинацию? Улитка с пришельцем вкупе. Это начинается имбовая фигня. Ну что, 500 энергии у меня есть. Можно, в принципе, начать с деда. Да? Дед пойдет, там страж будет. Пришелец не сможет деда похитить, это факт. Но дед такой медлительный, господи, ну серьезно говорю. Пока он там что-то сделает, пока он там свой замах. Но... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, страж все-таки силен. Очень, ребят, силен. Посмотри, пробить практически, ну нереально. Да, деда, конечно, ребята, быстро расчекрыжат мне сейчас, по-моему. Заморозка. Поздновато я нажал. Ну кого ты там? А, ну ладно. Эй, не надо, не надо, не надо. Ты где? Взял против меня моего же мечника, вызвал, а? Упырь. Давай корни, быстренько. Так. Минус, ребята. Сейчас еще похитят. Нет, вот три тыквоголовых это самое то было бы. Три. Три штуки. Они как раз каждый делает по выстрелу, да, и пришелец этот умирает. Да ладно, что он там похитил, я не понял, ребят. А вот двух не хватает. Хотя все равно достали его. Достали этого утырка. Ну что, третью голову я вызываю, да? Тыквенную. Да и базе, в принципе, ребята, здесь все. Фиаско. Ну, забомбили. Так, ну что, смотрим, ребята, следующий этап. И здесь, наверное, улитка будет, да? Нет. Хм, вот это меня удивило. Но зато здесь есть тритон. А тритон вместе со стражем это плохо. И еще и хищнец тут. О-оу. У нас тут с вами одна энергия всего лишь. Хм, не хотелось бы, конечно, тратить имбу, потому что это пойдет у нас на босса. Может быть, попробовать через друидку сыграть. Давай, ребята, рискнем. Я думаю, что должно тут у нас получиться. Ну, друидка, она и есть друидка. Так, а тут у нас пришелец-то есть? По-моему, есть пришелец. Ладно, пускай он будет похищать тотемы, да, друидовские. Хотя она ставит тотемы всегда позади, в принципе. Ладно, неважно, ребята. Не забываем, что здесь хищнец. Зачем я...
Ой-ой-ой-ой-ой. Так, погоди. Можно, ребят, пока идут они тут медленно, да, можно попробовать нам призвать друидку. Тритон появился. Так, а вот, ребята, и хищнец вышел, явился, не запылился. Ладно, друидушка, давай, родная моя. Начинается, короче, разбор полетов. Смотри, палыч там у меня довольно неплохо держится. Ну, конечно, его сейчас разберут. По совокупности, вместе со слизнем. Тут, конечно, не о чем говорить. Так, а, ребят, я думаю, почему он умер? А потому что здесь аж два тотема на урон стояло. Я и думаю, что это слизень там отдуплился издалека-то. Хе-хей. Шикандос. Давай вот так вот всех поближе сюда. Подтянули. И всадник на журавле, ребята, чикрыжит. Ускорение еще прибавилось. Слушай, неужели это будет самый быстрый уровень? Нет. Я хотел, думал, сейчас на ускорение быстренько прожарим их до хрустящей корочки, но не тут-то вышло. Вот египетский карасик, а выеживается еще. Ладно, давай. Блин, как же меня раздражает вот это вот подлагивание, подглючивание именно при друидке. Я знаю, ребята, что у вас то же самое, ну, ой, ёлки-палки. Лорд пустоты, собственной персоной, явился и не запылился. Ну что, для тебя я как раз не зря держал свою имбовую команду, вот именно эту. Именно этой командой я тебя попробую разобрать. Тут, как говорится, ребят, на везение. Если у нас все очень быстро и легко пройдет, то, конечно же, он быстренько может отдуплиться. Если что-то пойдет, какой-то сбой, то он начнет просто-напросто нас здесь бомбить своими этими телепортами. Так, 500 энергии я накопил. Так, без улитки, да, без улитки, так что отлично. Ага, слизень. Ну что, я думаю, наверное, начнем, ребят, с вами с ведьмы. Сразу же будем вызывать именно ее, пускай она идет. Будем с вами плодить армию нежити. Йоу, Ронин побежал. Тихо, карточка там, карточка на слизня. Так, ну вот-вот-вот, похищай зомби лучше. Так тебе и надо. Так, ребят, выпускаем, наверное, прыгуна. Потому что тут тритон, его нужно, ребят, зачекрыжить моментально. Эй, я думал, перепрыгнет. Слушай-ка, что-то как-то изи. Можно, ребят, попробовать применить ульту. Только нужно ли ее сейчас? Вот, вот сейчас нужно. Работает, ребят, комбинация. Работает. Проверенная. Вы сами прекрасно видели, да? Только появился ультушечка. Главное, чтобы впереди никого не было. И все. Все. Мы расчекрыжили базу. На одном дыхании. Ревард, сладкий Ревард. Покажи мне, что тут у тебя. Лорд пустоты. 12 карточек, 9 гемов и 9 карточек на жабу с пушкой. И плюс, оу, 15 карточек на зомби. С надгробием, да? Черепаха с пушкой и ракетный бот. Ну что, ребята, смотрим. Смотрим. Быстренько переходим вот сюда и... Да, ребята, кто говорил, что 100-й портал это последний, тот глубоко ошибался. 102-й портал, а в данный момент мы их находимся на 101-м. Ну что же, тут у нас долина подданных, тут у нас фабрика роботов. Нефритовая долина, захватчики и опять же роботы. Опять же роботы, то есть... Роботы повторяются два раза. Ну, а мы начинаем наше выступление. Так, тут у нас... Да, в принципе, ребята, сгодится, да? Деревенщина плюс паладин. Деревенщина плюс паладин. Так, единственное, что кто у нас будет на контроле. Понятно, все, ребят, вот тебе и изи. Вот тебе и изи. Я фейлюсь. Почему я так делаю? Ну, потому что, ну, урон нанесли уже, все, ребят. Блин. Ну, естественно, маленькое расстояние, плюс этот охламон стоит всего лишь соточку, а этот у меня 200. Да, было нелепейшее сейчас сливание именно энергии. Глупость, конечно, сделалась. Так, ох ты, погоди-ка, ребята, а кто это у нас тут такой? Да ладно, чё, серьезно что ли, ребята? Ну что, я поздравляю нас. Хоть я не очень люблю этого босса, да, но тем не менее, получает он у нас последнюю 5-ю звезду. Да, богиня солнца, я тебя с этим делом поздравляю. Молодец, дожила все-таки, дожила. На, получи, заслужила. Надо будет тебя, конечно, еще прокачать хорошенечко, да, чтобы она, ребята, жарила по полной программе. Но то, что она имеет 5 звезд, это уже меня успокаивает. Фух. Солидно. Так, квесты. Забираем, ребята, гемы. У нас 447. Остается буквально еще там сколько?
43, нет, 53 гема получить, и все, ребята. Так, бесплатно забираем карточку на копеечка. Не буду я тратить, ребята, здесь на опыт. Мы сами с вами сможем его добить. Ну что же, давай здесь переиграем, и надо будет взять... Да вот, хотя бы, да, хотя бы вот этих вот ребят. Здесь у нас рыцарь есть, да? У нас есть с вами самурай. Уж эти-то ребята покажут, где раки зимуют. Ну куда, ну вот куда ты разогнался, а? Олух. Какой-то крестьянин бычит, извините меня, на крутого мечника, на рыцаря. Да тут еще и самурай вышел, тут уже все, ребят. Свистоплясочки. Оу, тихо, у него... А, ну да, конечно же, у него есть паладин. Конечно же, у него есть паладин. Так, тыква головой. Твоя очередь на выход. Ладно тебе, корни мои выпускаем. И все. Дальше здесь никто ничего не сможет сделать. Нет, ульта с корнями, это, конечно, ребят, хороша. Я ничего не могу поспорить. Особенно я вам говорил, против таких вот, как Ронин, улитка и так далее. Кто у нас очень быстро бежит? Бородавочник тот же самый, кстати, когда в истерику впадает. Да и прыгун, когда он может перепрыгнуть, да, в истерике. Выпускаешь корни, и все, он свою истерику просто сразу же сливает. Это круто. Ну, давай корни выпустим. Да все, тут базе финиш пришел. Так, ну что, ребята, продолжаем нашу эпопею. Довольно неплохо. Блин, сколько же здесь тогда порталов-то, а? Ребята, вы напишите, стоит ли нам заканчивать с Tower Conquest'ом, или будем дальше с вами играть, прокачивать всех, всех абсолютно юнитов на 5 звезд и по максимальному уровню. Я надеюсь, здесь максимальный уровень тоже тогда не соточка будет. Кстати, а мы не посмотрели, тут враги какого уровня, сотого или 101 уже? Я что-то, кстати, не обращал на это внимания. Только сейчас почему-то в голову такая вот мысль пришла. Нет, наверное, максимальный будет тут все-таки сотый левел. Наверное. Я могу ошибаться, опять же повторю. Я дальше сотого уровня пока еще не проходил. Это первый наш заходик. Так, корни выпустим. Заморозочка. Все как полагается. И тигр до кучи. А тигр, вы заметили, да? Какой-то квадратный у нас. Он у него зад квадратный, елки-палки. Почему так, я не знаю. Кто его там? Как будто его из какой-то коробки достали, где он там просидел тысячу лет. Так, тыквоголовые две штуки. И все, ребят. Ну, все, тут понятно, да? Можно даже ускоряться. Тут уже ничего ему не поможет. Никакие паладины никто не выручит. Ну, отлично. Только карточки с вами хапаем. Только карточки. Так, третий этап. Третий этап. Здесь энергии больше нету, оказывается, да? Закончилось. Погоди. Здесь еще есть. Ну, здесь грифон. Хотя, в принципе, ребят. Вот, блин, грифона хочу еще. У меня вот два юнита, которых я хочу прокачать на 5 звезд. Это грифон и чумная мышь. Правда, вы заметили, что чумную мышью я в последнее время не очень хорошо играю. То есть не часто ее вызываю. Редко-редко. А все почему? Потому что она слабенькая. Вот было бы у нее 5 звездочек, я думаю, было бы самое то. Так, баллиста, давай, помогай нам здесь. Крестьяне эти нелепые. Да здесь можно, кстати, и грифон, ребят, призвать. Я обожаю, когда у голема, да, срабатывает отхил. Да идите вы, вот так вот вам. Вот мелкий прыщелыга, а. Еще такой недовольный, да, там орет что-то. С такой физиономией бежит. Такой там, что-то своим маленьким мечиком бомбит. Я просто вспоминаю самые начальные, ребята, уровни, да, как он выглядел. С какой-то там дубинкой, да, а, с веточкой. Да-да, он был с веточкой. Потом у него появляется дубинка, и в конце он все-таки заслужил себе носить мечик. Даже шлем ему дали какой-то там первобытный. Нате, стоят там мне, духарят. Ну, ускоримся, наверное, да? Чтоб по-беленькому уже забомбить, как говорится, здесь базу. Да. Еще и щит у него, оказывается, у крестяшки-то у этого маленький красненький в руке. В его маленьких пухленьких пальчиках. Так, ну что, ребята, у нас что? У нас только вот здесь, что ли, энергия осталась? Слушай, ну я попробую, я не знаю, получится ли у нас этим отрядом здесь хорошо сыграть. Но, в принципе, отряд-то неплохой. Отряд очень даже неплохой. А, ну тут у нас расстояние длинное, поэтому... Че я волнуюсь? Жаба с молотом должна законтрить, да, крестяшек? Хотя он начинает с паладина. И, кстати, против паладина очень хорошо заходит некро. Очень хорошо, прям вот на ура заходит. Он медленный, да? То есть некро успевает вызвать. А вот то, что вот сзади копечится, это, конечно, не есть хорошо. Так, погоди, тут еще и лучница. Секунду, давай применим.
Ага, застанили, пускай пока постоят, подумают. Единственное, что вот ульта у этой базы, стан, он очень быстро, ребята, проходит. Очень быстро проходит. И это вот большой минус. Ну, БФГ, давай там, наяривай. Может быть, нам проверить нашу богиню солнца в деле, а? На 5 звезд. Ну, правда, не на фул прокачку, если честно. Опа, давай. Такой колобок хотел укусить. Такой увидел, что это наш, типа, оп. И сразу отдупился. Давай, встан, всех встан, ребят. Ай, красота. Вот, ребят, и богиня солнца вышла. Но я думаю, что она не успеет здесь ничего сделать. Даже подойти не успеет. Мы базу расчекрыжим просто-напросто. А, блин, красиво выглядит, да? На 5 звездочек. Вся такая прям светится. Глазки как у япошки закрытые. Ладно, ребята. В любом случае, мы прошли с вами этот этап. Фу, ну что... Кстати, ни разу не пробовал, как богиня солнца, например, один на один против этого епископа, как они будут драться. Ну, конечно, нам этого не удастся посмотреть, потому что епископа быстрее моей войны уложат, чем богиня солнца. А так вот, можно было бы, да, типа как вот в челлендже сделать, чтобы один на один, и посмотреть, действительно, кто по дамагу сильнее и круче. Было бы прикольно. Крестьяне тут выеживаются, естественно, ребят, мы его наказываем, и надо вызывать некро. Сразу вызовем с вами некро. Да я думаю, что богиню солнца уже можно будет, в принципе, ребят, призвать. Так, ну-ка давай вот так вот ульту. Ага. Мало того, что молниями бьет, ребят, так она еще и... Так, подожди, грифа? А на грифу я не подписывался, эй. На грифу я не соглашался. Ёлки-ты-палки. Лес густой. Что там, вышел, да? Вышел, ребят, у него епископ. Но... Ну давайте, ну... Да хорош ты, чё специально все. Смотри, ребят, у богини солнца очень мало здоровья. Ой, ну-ка, есть мульту. Он вешает щиты, ребят. Он вешает щиты, этот епископ. Вот тупы. Неужели сейчас за... Да, ребята, забомбили. Забомбили, к сожалению, богиню солнца мою. Да что ж такое-то. Ты посмотри, он бесконечно вешает щиты, ребят. Без конца и края. А, так там вон кто мешается. Грифон. Все, я... Воу-воу-воу-воу, сколько колобков-то там сразу на атаку пошло. Давай, атачим, атачим, ребята. И еще пробуем ульту. Так, богиня солнца на откате. 51 секунда. Давай, вызываем. Вызвал. Ну что, богиня солнца, давай быстрее там поднажми. Там включай вторую передачу, хорош, чтобы на первую-то тащиться. Ай, некро, ну... Ну... Да прожимайте вы, господи, опять грифон явился. Сейчас начнет буяни здесь. Грифон буяни сейчас начнет. Нет. Бамс. Ну вот как так можно, ребята? Ну как вот так можно? Срабатывает этот ярость феникса, да? И всех уничтожает. Они как раз все стоят именно под богиней солнца. Соответственно, она тоже получает урон. Сейчас еще ее расчекрыжат. Ну, и фейл, ребята, у нас по времени. Ладно, я ускоряюсь, потому что, ну, сами все прекрасно видите. Да. Глупо и нелепо, конечно, это все было и выглядело. То есть 5 звезд одно дело, да, а уровень это совсем другое. Уровень не прокачан у нашей богини солнца. Да, она и сама по себе, если честно, даже с прокачкой все равно она ватная. Но, тем не менее, мне, ребят, ничего не оставалось. У нас с вами всего лишь один отряд был, который мог играть здесь по энергии, поэтому я его и взял. Ну, в любом случае, если бы мы, например, по времени бы успели бы, да, то базу, конечно, бы мы забомбили. Ну, давай посмотрим, может быть, все-таки где-то что-нибудь откатилось. Вот, ребят, смотрите, видите, результатик налицо. Давай быстренько сейчас Рунин, маг воин, они сейчас тут покажут свой профессионализм, естественно. С этим не поспоришь, что тут у нас прыгун есть, который будет как раз лучников чекрыжить. Так что сейчас вот будет все на изи. Просто на изи. Смотри, мы даже можем, наверное, здесь одной ведьмой пройти. Нет, одной ведьмой это не вариант. А вот ведьма, например... И маг воина, это да, это должно зайти. Так, и паладин тут еще. Паладин тут еще скачет у меня. Ну, нет, прыгун здесь не нужен. Вот здесь он не нужен был бы. Минус. Хорош, лучница. Отдохни. Так, да, да. Я вот этот вот, ребят, нюанс как раз упустил. Что у нас грифон же здесь есть. Но он без истерики, ребята. Не стал выпускать ярость. Так. Вышел. Я думал, что, ребята, мы сможем пройти, а он все-таки успел вызвать. Ладно.
Опять щиты пошли. Ну, ведьма, давай. Плоди этих зомбарей. Опа. Под заморозку ребята попали. Но это для них не есть гуд. Все. Хе-хе-хей. Все четко. Четко-четко. Ребят, нормально все получилось. Забираем теперь со спокойной душой наш реворд. И вот здесь вот он, этот, как его, крестьянин, доволен с улыбкой. А там же, когда он вояка, да, такой злобный. Так, и у нас, ребята, фабрика роботов. Ну, как вы видите, щитобут идет под молотильщика. Слушай, а энергии-то у нас нет, у нас только вот этот вот. Блин. Слушай, здесь же у нас очень маленькая дистанция, да, от базы. Я вряд ли думаю, что мы успеем здесь пройти. Сейчас просто выйдет щитобот, хоть он и медленно идет. Может быть, попробуем, конечно, сейчас. Сейчас, ребят, рискнем. Рискнем, попробуем. Я вызову вот так вот. Ну, этот-то понятно, этот нахлобучит его. А дальше вот как нам быть? Как нам быть дальше? Некро? Ну, как вариант. Как вариант, ребята, не спорю. Давай, попробуем. Но опять же, если этот сейчас со своей ультой, то будет финиш нам. Так, вызываем. Будет он вызывать пилу или нет? Вот что меня интересует. Так, хорош на них любоваться здесь. О! В общий стан, как говорится. Нету здесь летающих юнитов для подстраховки. Понимаете, в чем дело, ребят? То есть одна пила вылетает, и все мои тут ребята просто крошатся. А тут сами видите, да? Ниндзя, некро. То есть такие довольно легкие юниты, которые быстро очень погибают. Ну, давай, базенку. Ну вот, вот. О чем я вам, ребята, и говорил. Одной пилы достаточно для того, чтобы поуничтожать весь мой отряд. Так, ураганчик. Да чтоб тебе, ты достал со своей этой. Только, ребята, начинаю подходить к базе, начинается вот эта вот ерундистика. Сейчас не удивлюсь, если опять вылетит пила. Я не удивлюсь этому. Ну, естественно, господи, ну. И чё? Богиню солнца, ребята, выпускать нет смысла. Просто нет смысла, ее сразу быстренько тут уронят. Я бы сказал, даже моментально ее уронят. Давай применим так. Что-то как-то, ребят, тут уж слишком много. Все, фейл. Продавили, да? Они меня продавили просто-напросто. И то благодаря тому, что чуть ли не три раза вылетало здесь циркуляры от молотильщика. Если бы ни разу бы не вылетел бы, он бы же уже давно бы тут отдуплился бы. Ладно, фейл, ребята. Даже драться не буду. Уже, как говорится, прижали к замку. Уже ничего не сделать. Не выкрутится нам из этой ситуации. Ой, печалька, конечно. Ну что, есть у нас энергия? Я хочу просто отомстить. Сейчас мы глянем на какой-нибудь отряд. Так, здесь нету. Нету, ребята. Ну что, дорогие друзья, нам остается совсем немножко энергии, да, для того, чтобы получить 99 уровень. Но это уже, я думаю, будет как раз в следующей серии. Ну а вам всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.